план такой: захожу с первого этажа, поднимаю пушку сразу же, убиваю всех, дальше иду в апельсинки, там убиваю всех с апельсинок, шотаю пятишку, убиваю всех, беру, короче, тачку, вот ту босик, уезжаю отсюда. Изи, все, погнали. Что, глючит? Вот, что ли, надо? Так, короткий план. Беру снайпу, шотаю того типа, который справа у меня, пока не обращаю внимания на этого. Убиваю типа, который здесь у меня. Хотя нет. План немного поменялся. Убью сейчас того типа. Сначала, потом вернусь к этому. Вот же сухари, а. Ладно, прохожу туда, убиваю его, возвращаюсь, убиваю апельсинку, прохожу в апельсинке. Лутаю оставшихся. Забираю с него 416-ю, прохожу дальше. Убиваю апельсинку, прохожу в апельсинке. Убиваю с пятишки чела с банан. И все, беру бусик и ухожу. Так, банан уничтожен. План снова меняется. Убиваем типа в апельсинке, лутаем с него М24. Берем бусик. И уезжаем отсюда. Но для начала его нужно забать. Стреляю просто в воздух, чтобы он посмотрел ко мне в окно. Он смотрит ко мне в окно, убиваю его. Захожу к нему в апельсинку, лутаю с него М24. И уезжаю отсюда. Главное грамотно построить план, блядь. Ой, еще X8 подогнал, хорош. Сука.
Почему так смешно, блядь? Все, забираю бусик, уезжаю отсюда. Кадо закрыто, блядь. Пикада закрыта. Ой, я надеюсь, что меня сейчас красная зона не взорвет. Еще одна красная зона. Бля, это за мной. Сука, нет. Пока вроде не за мной. Блядь, каковы шансы, что меня красная зона убьет? Они вокруг меня все вообще жесть. На канистру главное скинуть, так не убивает. Это жестко. Опа, байчу этого типа, он останавливается, убиваю его. Он сейчас будет пикать с кладбища, скорее всего. Поднимаюсь наверх церкви, спотаю его, убиваю. План на ближайший план на типа. Обозначаю, что я еще здесь, чтобы он в курсе был. Что ему не надо никуда уезжать. Что он правильно сделал, что остановился. Красная зона, скорее всего, он сейчас засухарится. Сука. Руки. Он же остановился, да, или нет? Я не слышал, чтоб он дальше, конечно, ехал. Блин, а чё так долбит-то именно сюда, я не понимаю. Третья красная подряд на мне. Чем я заслужил такое? Ой, это жесть какой-то. Че, чел-то уехал или нет? Мне показалось, что он стопнул типа здесь на своем квадроцикле. Он, оказывается, дальше проехал, да? Ну, ладно, мне все равно надо туда куда-то в этот идти. Минус. Ну, план, главное, я говорю, хороший план, а все остальное это такое. Он, кстати, ездит вроде. Ты будешь быстрее спускаться, нет, чел?
Ой, блин. А куда он поехал-то? Зона, кстати, нормальная еще. Относительно. Фига там кого-то забрал самолет. Не, ну это я триггернулся тут точно. Сюда, дорогуша. Отжалим опять, теперь все будет проще. You know. Все, мне где-то тут на перекрестке, короче, типы дрались. Заезжаю типа на эту горку, боюсь типов, пикают в окна, убиваю, уезжаю дальше. Все, план построен, погнали. Все, торможу, байчу убиваю. Они дальше, походу. Они в ангарах. Останавливаюсь, даю шот, еду дальше. Чё, кстати, нормальный. Он мне может инста в голову залепить, и я умру. Приколдес надо. На данной ситуации. Давай, наберешь, как напишешь. Все реально нормальный, кстати, попался. АЕшки какие-то мне в лицо кидают. Теперь моя очередь, you know. Так, его отгоняют, стреляют куда-то сюда. Играю на звук. Стою, убиваю. Убиваю того типа. Мелкий, ты чего? Без каски остался, капец.
Как его теперь без каски пикать? Прям мне лута несут, конечно. Будь здоров. Яндекс доставка работает. Сука. У меня еще где-то там типы были, по-моему. Поехал за АВМом, короче. Надо авик лутать. 20 лайф. Тут. Я вернусь сейчас всех. Съезжу только за авиком и вернусь тебя. Никуда не уходи, главное, и все нормально будет. Тут. Какая там чел битмейкер прирожденный просто. Ну и стрельба, конечно. Блять, ебать, я читаю игру. Это ёпту налево. Сука. Ну что, все по плану? Едем дальше за... За тем типом, как и обещали, блядь. Который с ангара по мне стрелял. Сука. За Виком-то съездили. Он на крыше тогда сидел. О, не, ну это бан. Промазал. Это была такая волшебная пуля.
Такая волшебная пуля была. Давай, раз, два, три. Ошибется. Все, ошибся. Подловил. Подловил. Ошибется. Ошибся. Подловил. Здорово, Дмитрий. Кстати, пам на меня выходит. Скорее всего, у них тачки там нет. Поэтому пойдут они ко мне на ноги. Я высажу. Не, ну это мой килл, по-любому будет. Я прям чувствую. Ладно. Должен быть какой-то промах хоть один, блядь. Ну вот тот на ноге ко мне пойдет точно. Ты уже все. Подожди, так это еще... Сука, уехал. Я еба, куе. Ладно, поехали за тем типом. Все-таки это должен быть мой килл. Там чел с семерками проехал по-любому. Вот этот чел с семерками был по-любому. Я уверен. Вот же он, мой килл. Я же говорю, чувствую, блядь. Сюда, мой парень. Семерками, блядь. Сюда, семерочки. Чуйка не подвела все-таки, слышите? Чуйка не подвела. Это все-таки мой килл. Так, мне сначала тут надо типа закрыть, потом того. Хотя от переменной... Ладно. Нет, буду держаться своего плана. Закрываю чела, который уже, скорее всего, поднимается на меня. Сейчас он должен где-то выйти. Я должен его сейчас увидеть буду. Он умирает от зоны, блядь. Кайф. Закрываю того типа. Иду, короче... Бля, нифига дропов. Насыпало. Шалеть не встать. Не, ну это надо быстрее на дроп идти, потому что что-то тут дичка-то будет происходить. Один в два. Один в два остался. Вон чел один бежит, и тут у меня один. Вот там чел бежал только что. Получается, этот чел будет сейчас дропы утать. Он будет фулл заутан в дропах. И все, убиваю этого типа, закрываю того, изи, все. Беру топ-1, плюшу ли эту. Танец свой. Славянский. Заспотал. Взрываю его хаешкой. Он еще тут. Ну и все, короче, убиваю того и иду. Танцевать! Танцевать! Это что, не успел бы добежать до меня? Вероятнее всего. Поэтому нужно его сразу же здесь встретить. Вот на этой пригорочке.
Он сюда, скорее всего, пойдет. Если что, ребят, ВХ нет, вот. Смотрите, никого не видно. Просто. Он бежал сюда. И он должен быть здесь. Он должен быть где-то здесь. Он ведь не успел бы, типа, пройти. А он где-то здесь сидит. Так, камон, он не успел бы пройти. Если он только направо куда-то, налево, точнее, от себя не свернул. А где я его потерял? Значит, он там. Ну, типа, он бы не успел так пройти. Я же точно его видел, что там чел бежал. Да, он, получается, прошел. Офигеть. Он свернул вот так вот и пошел вот так по ЛГ. И оказался у меня, блядь, сзади. Хорош. Хорош просто, чел. Так, танцуем. Чисто книжка, блядь.